сожгли. Они не поняли. Они начали жаловаться в прокуратуру. Везде. Мы решили сделать следующим образом. Не будем их сжигать, не будем их топтать. Мы, думаю, их отпустим. И пускай они прилетят туда, в Америку. И там спокойно. Поэтому Госдеп... Госдеп, идите сюда! Вынести Госдеп туда. Госдеп! Туда, наперед его! Где Госдеп наш? Не хочет! Позовите его сюда! Позовите ее! Порвать его, как тут тряпку! Сюда идет, пускай, с шариком. Поодиночке или связать вместе? Нет, будем поодиночке. Дайте проход, Госдеп не пройдет. Никак не идет. Госдеп убежал. Да, девочки, ну. Навальный. Нота. Сюда. Навальный. Сюда, сюда. Нет, Слав, надо. Так, вот. Все снимаем. Снимай, вот, на своих тоненьких ножках. Да. Это квази-супердержава. Вот, пытается поставить на колени действительно великую державу Россию. Поэтому я предлагаю. Отправляем ее. Обрезать. Повыше. В Америку поехали. До свидания. Не получается. Давай, следом. Перед вами выдающимся умственными способностями. Господин Навальный, 50 уголовных дел заведены на его деятельность в России. Поэтому я считаю, пора бы Навальному встать на крыло. Пускай езжает свой Чикаго. А он еще не хочет идти. Поймать ветер должен. Он еще все не забрал. Не хочет. Мало не хочет. А тот-то пошел. Низко пошел. Давай. Никак не хочет улетать. Давай, до свидания. До свидания. Давай, этот не долетит. Долетит. Забьет на турецкой границе. Тот пошел, смотрите. Ага. Нет, кружит. Навальный, до свидания. Да. А вон на очередь. Товарищи, Митрохина давайте. Он плачет. Хоть объясните, кто это? Вот перед вами клоун политический. Я не закрывайте тебя. Господин Митрохин. Когда-то был общественно-политический деятель, но деньги британского парламента казались сильнее его политической воли. И теперь он вертит, отчитывается о своей деятельности в британский парламент. Лучше бы перед народом отчитался. Зачем уж в Британию-то ездить? Он не британский политический деятель. Вот. Поэтому мы его отпускаем в Британию. Да, британский парламент. Да, пошел! До свидания! Это похлещено удобство. Давайте Удальцова сюда! Удальцова давайте!
До свидания, любимый наш Миша. Безумной левой части оппозиции, когда-то коммунист, когда-то представитель учения Троцкого. Сейчас он перешел в оппозиционное движение, видимо, уже американского какого-то политика. Самый выдающийся, предал все, что мог. А как не улетят? Как бумеранг, слышишь, казалось. Опа-на! Давай, давай, свидание! Давай, 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 лети, лети, лети! Давай, 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 давай! Молодой! А тебе так тоже ничего? До свидания, удачи! До свидания! Давай до свидания! Давай до свидания! Этот отделился! Вот тебе два идута! Вот так, сладкая пара! Слушай, а куда делся? Высоко пошел. Молодец. А, нифига себе, американец пошел. А это что-то? Это тоже за ним ничего. А те по низу идут. А те в Британию пошли. А, те двое в Британии, этот за ним в Америку. Мы легко попрощались с оппозицией, они поперлись в неизвестном направлении. Главное, из Краснодара, из России подальше. Нам на них же затерялись. Слово предоставляется Марату Саликовичу Динаеву. Вот так же легко Россия очистится от всей грязи, которая ее пытается залепить. Наше государство – это самоочищающийся организм. Россия уже не одну тысячу лет, это великая страна. Это единственная империя, которая существует тысячелетиями. И будем мы такими же великими. Вместе, только вместе и разделены. Мы за единую и неделимую Россию. Ура! Россия! Россия! Вперед! Россия! 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 До свидания, президент Вячеслав! Прощай! До свидания! Вот, поэтому я не...